Вчера Филипп Киркоров после долгого молчания стал на защиту Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Маргарита Симонян удержала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью. Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право? Напомним, на днях Маргарита Симонян позволила себе резкие высказывания в сторону Максима Галкина, назвав его мужчиной с нетрадиционной сексуальной ориентацией, который живет с пожилой женщиной ради личной выгоды. Я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда. Когда человека, которому достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь, ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качества этого человека. Ну елки-палки, и ты вот человек вот такой, лживый-перелживый, печать ставить негде. Ты позволяешь себе мою родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления вообще ни о чем. Ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что такое вообще родина. Ну ты что за мразь, понимаешь? Я в конце концов решила позволить себе говорить правду про них, про всех. Филипп Киркоров в резкой форме ответил Маргарите Симонян. Маргарита Симонян молчать не стала и ответила Филиппу Киркорову у себя в социальной сети. А ваши бывшие родственники, Филипп, гадят этому обществу прямо в рот. Не знаю, может вашим так нравится, есть разные сексуальные извращения. Но русскому народу как-то не по себе, написала Маргарита Симонян.